Всем привет! Представляю вашему вниманию новинку в ассортименте торговой марки Rexant. Саморегулирующийся кабель для обогрева труб в готовых комплектах и в бухтах. Данный кабель предназначен для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, счетчиков воды и водяных вентилей, а также для антиобледенения ливневой канализации. К основным преимуществам данного вида кабелей относятся простое подключение, просто необходимо вставить вилку в розетку. Низкое энергопотребление, всего лишь 10 Вт на метр. Нет необходимости использовать какое-либо дополнительное оборудование. Кабель готов к эксплуатации. Возможность монтажа кабеля внутри и снаружи трубы. Также этот кабель абсолютно безопасен при монтаже в трубу с питьевой водой. Давайте рассмотрим способы монтажа саморегулирующегося кабеля. Он либо обматывается снаружи трубы под теплоизоляцию, либо вводится в трубу с помощью сальника и просто включается в стандартную розетку. При монтаже кабеля в бухтах выбираем необходимую длину, отрезаем кабель, отдельно приобретаем холодный кабель, то есть сетевой, и набор для концевой заделки кабеля. Далее монтаж такой же, как у кабеля из комплекта. Обращаю ваше внимание на некоторые особенности монтажа данного кабеля. Минимальная температура монтажа кабеля не ниже минус 40 градусов Цельсия. Радиус изгиба при монтаже кабеля на поверхность минимальная 40 мм. Подключать в общую бытовую сеть 220 вольт. Соблюдая эти требования, вы получите долговечную и работоспособную систему обогрева труб. Итак, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо.